Люди встречаются, люди влюбляются, женятся, хорошо проводят время, создают большие семьи, но иногда разводятся. Как быть, если в этой ситуации замешаны еще и маленькие люди, для которых и мама, и папа – ключевые фигуры, узнаем сегодня у психолога, педагога-психолога Елены Майоркиной. Елена, приветствую вас. Добрый день. Когда распадается семья, это грустно. Когда распадается семья, в некоторых случаях это даже нормально и лучше, чем если бы она не распалась. Но как в рамках любой из этих ситуаций сохранить хорошие отношения с детьми и, в первую очередь, их психологическую стабильность? Ведь развод мамы и папы для ребенка – это всегда стресс, как ни крути. Согласна с вами совершенно, Екатерина, потому что, да, мама и папа – это самые близкие, самые, наверное, но я бы сказала, очень близкие люди, которые очень сильно влияют на нас. Давайте разберемся, как научиться не переносить негатив с межличностных отношений между бывшим мужем и бывшей женой на детей. Ведь очень часто родители начинают перетягивать одеяло на себя. Да, согласна с вами, Екатерина. Бывает такое, когда, наверное, развод, он не завершен эмоционально. И тогда ребенок становится такой, знаете, эстафетной палочкой, да, которую перетягивают со стороны мамы, со стороны папы. Это очень тяжело. Это очень тяжело, это действительно большая травма для ребенка. И здесь бы я, наверное, рекомендовала прежде всего самим мужу и жене, бывшим мужу и жене, это социальная роль одна, а вот мама и папа, они никуда не ушли. И прежде всего договориться между собой, а потом уже сказать об этом ребенку. На каком этапе стоит выстраивать эти договоренности? Когда уже принято решение о разводе или когда это уже случилось? Вы знаете, Екатерина, дело в том, что и педагогика, и психология – это контекстные науки. Контекст – это значит, все зависит от ситуации. Поэтому я не могу сейчас четко сказать, что вот только так или иначе. Не существует здесь стопроцентного правила. Здесь нужно смотреть по ситуации. Бывает так, что ребенка проще подготовить и нужно подготовить еще до развода. Понимаете, когда четко вы знаете, что это уже будет, чтобы ребенок четко понимал. И не самое главное, не, наверное, не брал вину на себя. Что это из-за меня, что я плохой. Понимаете, вот здесь ведь тоже очень большая опасность в этом. Как выстраиваются новые правила общения с ребенком? Ведь бывает такое, что та сторона, с которой ребенок остается жить, категорически против того, чтобы он взаимодействовал с мамой или с папой. Допустим, ребенок хочет встречаться со вторым родителем, а родитель под номером X, скажем так, делает все для того, чтобы это не происходило, переносит встречи, выдумывает какие-то странные поводы для того, чтобы эти встречи не сложились и так далее. Вот здесь, конечно же, важны какие-то определенные правила, которые будут учтены до еще общения родителей по отдельности с ребенком. Это очень важное условие. И, наверное, знаете, той стороне, которая понимает, что это очень важно, стоит пойти на уступки в этом. Потому что, да, действительно, эмоциональная стабильность ребенка во многом зависит от того, как представят это родители, как они будут договариваться. Да, то есть вот это тоже очень важно. Вот, поэтому здесь, конечно, как поведут себя родители, от этого очень многое, что зависит. Как должен выстраиваться тот самый график встреч? Насколько они должны быть регулярными? Это все тоже очень индивидуально? Или все-таки у ребенка есть некая потребность в постоянной коммуникации с обоими родителями? Если были до этого выстроены
близкие отношения, конечно же, есть потребность. Вы знаете, когда общаюсь, например, с ребенком, чьи родители в разводе, начинаю разговаривать с ним, мне очень импонирует, когда ребенок постоянно на связи и с одним, и с другим родителем, понимаете? То есть он чувствует вот эту взаимную поддержку и мамы, и папы. Да, например, он рассказывает, я там живу там с мамой или там у папы живу, но периодически я постоянно на связи, я встречаюсь и так далее, и так далее. Это очень серьезно и это очень важно для основы, вернее, является основой для развития дальнейшего самоуважения, роста своего ребенка. Поэтому это, конечно, важное условие. А если говорить о тех самых встречах со вторым родителем, с которым ребенок уже не живет в текущий момент, это должны быть какие-то совершенно обычные встречи или все-таки насыщенные яркими эмоциями, какими-то совместными переживаниями, совместными поездками в какие-то интересные места? Что продуктивней? Ведь все-таки эти встречи не такие частые, как с тем родителям, с которым ребенок остается жить. Вы знаете, бывает очень, я бы не сказала совсем часто, но бывает таким образом, когда мама остается с ребенком, она выполняет всю работу, она с него спрашивает, делает с ним домашнее задание, иногда где-то заставляет, иногда приходится наказывать, да, то есть получается иногда мама ведет себя строго, правда? Плохой полицейский. Да, и тут приходит папа праздник. Хороший мама праздник, да, вот, и всегда все хорошо. То есть вот здесь я думаю, что, конечно же, у плохого полицейского могут быть какие-то обиды определенные и действительно имеет место быть, правда? Вот, поэтому здесь, конечно, это, как бы это сказать, для психологического здоровья даже ребенка это очень важно, чтобы и мама, и папа, и любили, и спрашивали с ребенка. То есть не только праздники, но еще какие-то совместные дела по преодолению чего-то. Мы что-то делали, у нас не получалось, но потом мы сделали, у нас получилось. Вау, классно. Вот это очень важное условие. Почему? Потому что иначе какое-то получается разделение достаточно сложное для ребенка. То есть бывают только-только очень хорошие люди, и бывают те люди, которые с меня только спрашивают. Ну, это же не так. Понимаете? Мир у нас хоть и дуален, но у нас у каждого человека есть и свои сильные и слабые стороны. Это нужно понимать и нужно принимать целого человека, правда? Вот. Конечно, и здесь, не его элементы, конечно, хорошие или плохие. Конечно, и здесь, конечно, очень важное условие именно договариваться, да, договариваться бывшим своим мамам, папам, вернее, не так, мужу и жене, да, бывшим, да, но настоящим маме папе. Мы прекрасно понимаем, что тот родитель, который остается с ребенком на постоянной основе, конечно, очень занят бытовыми вопросами. Ему нужно и работать, и готовить, и убирать, и следить за тем, как сделаны уроки. Какую эмоциональную и психологическую помощь родитель все же должен ребенку оказывать, несмотря на то, что на нем висит груз вот этой бытовой ответственности? Эмоциональную помощь. Ну, во-первых, конечно же, не только доверять, наверное, праздники и выходные своему оппоненту, да, вот, но и самому проводить не только вот рабочие дни, но еще и отдых с ребенком. Давайте тогда делить. Обязательные условия. Почему один только может выполнять домашнее задание с ребенком? Вернее, не то, что выполнять, а помогать, да, или что-то объяснять. А другой организовывает праздники. Почему бы и не сделать эту ситуацию пополам, чтобы и там было? Вот, поэтому вот здесь вот очень важные условия, конечно же, опять разговор. Насколько деткам, родители которых развелись, важно общение с обоими родителями одновременно? Насколько актуальны хотя бы периодические встречи и с мамой, и с папой вместе? Это будет как-то травмировать ребенка или, наоборот, помогать ему в укреплении хотя бы уверенности в себе, в том, что у него такая же семья, как у остальных? Потому что чаще всего, наверное, возникает такой вопрос у каждого маленького человека, как вы уже сказали, что это моя вина, это из-за меня. Ну и точно так же ребенок смотрит на другие семьи и начинает чувствовать себя немного неполноценным. Мол, тут и мама, и папа, а тут только мама или только папа. Насколько вот такие совместные встречи будут играть хорошую или плохую роль в жизни ребенка?
Вы знаете, здесь нужно опять же все посмотреть. Все зависит от ситуации. Если до этого ребенок видел и позиционировал вот мама, папа, я, семья, и для него это очень важно, то это одно. Если папа где-то был в командировках, и мы с мамой, да, то есть, а потом мы с папой, и для него это не настолько болезненно, именно ощущение себя вот по отдельности с мамой, по отдельности с папой, то это нормально. Если ему требуется, то, конечно, рекомендация такая – организовывать это. Ну и потом объяснять, и, возможно, все бывает в нашей жизни. Мы цивилизованные люди, и все меняется. И объяснять ребенку, например, что папа уехал, там вот он сегодня не сможет, мы вместе пойдем. Но мы с ним сейчас вместе посмотри на видео, да, связи или что-то еще. То есть вот здесь очень важное, самое главное, не показывать обиду на своего бывшего ребенку. Это, наверное, самая сложная, непосильная иногда задача. Вы знаете, безусловно. Безусловно, это сложно. Почему? Потому что это достаточно у кого-то очень эмоционально. Но поверьте, с возрастом, когда ребенок вырастет, и когда, вспоминая вот именно вот как мама говорила, да, про отца, или как папа говорил про отца, здесь действительно очень важно уважение. Сейчас очень модно говорить о том, что все проблемы родом из детства. Мол, от того, как ребенок коммуницирует с мамой и с папой, в какой семье он растет, в полной или в той, где родители разбежались в какой-то момент, зависит и его будущее. Насколько это, с вашей точки зрения, объективная теория? И можно ли как-то нивелировать, воспитывая ребенка в одиночестве, чтобы он вырос психологически стабильным человеком? Вы знаете, я сама дочь разведенных родителей. Когда мои родители развелись, мне было, наверное, года 4. До этого мама не говорила, и как-то определенно в командировке. Я узнала, когда была в первом классе. Но я очень благодарна своей маме. Ни одного слова плохого я слышала, только хорошее про своего отца. Я очень благодарна своей маме за это. И знаете, был момент, когда я для себя сказала: а у моих детей будет отец. Мама меня воспитывала одна, мы вместе с мужем, я замужем, мы уже 35 лет в браке. Понимаете? То есть я не скажу, что вот прям только все плохо. Безусловно, нет. Безусловно, нет. Да, есть определенная статистика. Есть определенная статистика, когда, скажем так, есть возможность, да, то есть риска, определенного риска, когда родитель воспитывает один, да, ребенка, что есть возможность, что этот ребенок также будет потом воспитывать своих детей один. Безусловно, модель поведения бывает и такая. Но опять, как ты воспитываешь, правда? Конечно. Это же тоже очень важно. Вот, поэтому все зависит от того, как воспитывать. Ну что ж, Елена, я благодарю вас за столь подробную консультацию для тех родителей, которые родителями все еще остаются, но вот статус мужа и жены на текущий момент уже потеряли временно, возможно. И, конечно, хочется верить, что все ваши советы пойдут только на пользу, да ну и вообще. Может быть, однажды мы поймем, что люди встречаются, влюбляются, женятся и не разводятся. Если и разводятся, то продолжают друг к другу относиться очень хорошо. Да, наверное. Я думаю, что в цивилизованном обществе, я думаю, что важно научиться договариваться. Это действительно классно и замечательно. Всего вам самого доброго. До свидания. Спасибо. Как ни крути, умение признавать свои ошибки и двигаться вперед во что бы то ни стало – очень хороший навык. Кстати, если вам не с кем поговорить, и вас беспокоит какая-то проблема, с которой сложно оставаться наедине, можете анонимно прислать ее в любой из наших мессенджеров, и в самое ближайшее время за чашечкой кофе с психологом мы непременно обсудим ваш вопрос. С вами была Катерина Стебнева. Помните, мы всегда рядом.